паравертебральное метамерное орошение. Зона, которая будет нами обработана, сначала мы начинаем с тепловой процедуры. То есть легкие процедуры улучшают капиллярную перфузию. Тем самым мы разогреваем после этого улучшаем местную трофику, вакуум массажем. Существует кнопка отжима. Обрабатываем поверхность. Обязательно ставим. Паравертебрально в точке Валле. Этим оно отличается от фармакопунктуры. Паравертебральные точки в Валле используем для метамерного орошения.